с вами снова Рика. Сегодня по предложению одного из наших подписчиков мы будем готовить хот-дог. А для него нам понадобится майонез, кетчуп, горчица, немножко растительного масла, свежий салат, булочки для хот-дога, сосиски немного подкопченые, помидор и огурец. Начнем мы с того, что слегка обжарим сосиску на сковородке. А для того, чтобы она смотрелась так, как будто приготовлена на гриле, мы сделаем на ней несколько неглубоких надрезов. Масло в сковородку и обжариваем сосиски до румяной корочки. Овощи небольшими дольками и отделить от салата твердую часть стебля. Теперь нужно подготовить булочки, сделать из них своеобразные ракушки. Для этого мы разрежем их пополам, но не до конца, и вынем из них немного мякоти, для того, чтобы в них хорошо поместилась начинка и не вылезала наружу. Финальный этап, а именно поместить начинку в булочку. Для этого мы возьмем салат, поместим его в булочку, туда же мы нальем кетчуп и майонез, сверху мы положим сосиску, по бокам воткнем огуречки с помидорчиками и на сосиску красивой змейкой мы выльем горчицу. Такие хот-догушки у нас получились. В приготовлении они очень простые. Попробуйте сделать их сами. А еще, конечно же, не забывайте подписаться на мой канал, поставить палец вверх и написать комментарий. Всем спасибо, всем до новых рецептов!